Самое интересное, что заходишь на Google карты, и со спутника ты их видишь. Большие сооружения, которые занимают сотни гектар территории. Вот он построен, он действует, он есть. И никто даже не верил, что из отходов можно производить биогаз и производить электроэнергию. Тяжело еще как-то людям понять, что если это навоз, то это не мусор. В нашем же случае навоз – это продукт. Мы имеем дело с живыми микроорганизмами, которые надо лелеять, которые надо кормить, любить, и тогда мы будем получать больших количествах метана. Для Европы нормально окупаемость 8 лет. То есть 3-4 года это по европейским меркам это фантастика, причем для хорошего оборудования, там, произведенного в Германии. Зорбиогаз — это системный интегратор. То есть мы работаем с порядка где-то 150-200 заводов. Мы знаем, как станцию спроектировать, как собрать все детали вместе. То есть есть специалисты всех видов деятельности, аналитчики, мы делаем расчеты статики, гидравлические расчеты. То есть мы берем полностью весь проект на себя, мы делаем проект, делаем согласование, выполняем строительно-монтажные работы, поставка оборудования, запуск. То есть полностью под ключ сдаем заказчику готовый объект.